Дорогие друзья, так отрадно видеть вас всех в преддверии праздника 300-летия Казанской духовной семинарии, одного из самых ярких духовных учебных заведений, вообще учебных заведений старое российское имперское время и, конечно же, и современное время также. И вот очень приятно, что наряду со всеми бодрословскими конференциями и секциями, которые проходят сегодняшний день, одна из самых ярких, буквально в смысле этого слова, является вот эта выставка созерцания, где представлены труды наших иконописцев нашей школы, сегодняшней казанской. Ну и еще и нас радует те, кто привезли свои уникальные вещи, сделанные в последнее время из других, и в том числе, прежде всего, и строится Сергиева Лавра и Московская Духовная Академия. Хотел бы сказать о том, что у нас сложились совершенно уникальные отношения с Министерством культуры Республики Татарстан и с нашими ведущими музеями, Национальным музеем и музеем изобразительных искусств, которые сегодня являются таким двигателем этой нынешней выставки. В Казанском соборе находится подлинная риза, и каждый человек – риза Божьей Матери Казанской, которая является таким уникальным совершенно памятником. И все, кто, наши паломники, туристы, кто приходит в Казанский собор Божьей Матери, не могут не обратить на нее внимания. В соседнем храме Сергия Радонежского целая выставка икон сегодня располагается, и также икона, подаренная через владыки митрополита Антония Ватковского, когда-то преподавателя Казанской духовной академии, а затем митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, первенствующий членом Священного Синода, Святейшего Синода Русской Православной Церкви, и находится Всеблаженная икона Божьей Матери, подарок от Константинопольского патриарха. И сегодня здесь мы еще раз свидетельствуем о том, что это взаимосвязь нашей культуры, нашего духовного богатства, она не может быть разделена никакими искусственными законами и средостениями, которые бывают. Церковь отделена от государства, церковь отдельно, музей отдельно. Мы уже столько времени вместе сотрудничаем, что не можем не сказать слова большой благодарности Розалия Нургалиевна вам, всем вашим помощникам, всем тем, кто трудится на ниве музейного дела. И для нас большим событием в середине прошлого года явилось открытие музея Казанской епархии, где, безусловно, все вы, как ведущий музей нашей области, нашей республики, поучаствовали в открытии этой экспозиции. И наши совместные мероприятия, те или иные конференции, выставки, представления какие-то, они все проходят на взаимном дружеском отношении, с таким теплом и пониманием. И сегодняшняя
такой подарок, можно сказать, из музея изобразительных искусств, 300-летию Казанской духовной семинарии. Он очень для нас очень дорог, и очень нам, мы за него очень вам благодарны. Поэтому желаем процветания музею, музейному делу. У нас есть что показать людям, у нас есть много богатства, настоящего и подлинного, собранного в наших хранилищах, которые должны выставляться и которые должны радовать не только глаз, но и как-то воодушевлять людей, которые к этому будут прикасаться. Вам всего самого доброго. С праздником. Надеемся, что завтрашний день начнется с божественной литургии в Казанском соборе. Праздник Архангела Михаила. Позвольте всех вас заранее поздравить с Днем Ангелов, который мы завтра совершаем, и с замечательной, знаменательной датой 300-летия Казанской духовной семинарии. Всего самого-самого доброго. Уважаемые наши гости, друзья, исследователи. Действительно, это замечательная традиция, когда православное произведение экспонируется в Хазине. Мы об этом думали за год, полагая, что рядом замечательный совершенно храм Благовещенский. И это настолько хорошо синхронизируется и по теме, и замечательный совершенно такой подарок для людей, которые любят иконопись и изучают ее. Надо сказать, что для нас это отрадно, что Казанская школа иконописи, она существует, она не пропала. И есть друзья, которые собрали для нас эту коллекцию буквально попредметно. И надо сказать, что наши специалисты в очень тесной связи со всеми иконописцами. И благодаря еще и той работе, которой вы привлекли нас, Владыка, когда происходило воссоздание одного из колоссальных центров православной культуры. И наши специалисты были приглашены как эксперты, и нам просто, я вот вспоминаю, было настолько отрадно, что мы бок о бок работали и с художниками, и с архитекторами, ну и, конечно, со специалистами. Что можно сказать? Сегодня действительно праздник, и не только сегодня, и завтра продолжится. Я очень рада, что пришло много людей, и вы получите огромное удовольствие. Спасибо вам огромное.